Привет, это Денис, канал «Кратко про Албанию». Как Албания готовится к приезду туристов? У нас в Албании много моря, много песка, и у нас замечательный для европейцев климат. Так вот, наступает лето, и наступают золотые деньки для держателей всевозможных прибрежных бизнесов, поскольку поток туристов уже начал оставлять здесь деньги. Например, владельцы ресторанов приводят в порядок свои заведения. Видите, вот ребята там что-то выкладывают, какие-то узоры из белых камней, пересаживают деревья. То есть все начинает процветать и благоухать. Сейчас в самом начале еще слышны звуки, видите, перфоратора. Кто-то что-то пилит, кто-то что-то чинит, кто-то что-то красит. И у нас, друзья, в Дурусе уже почти доделали вот такую прогулочную дорожку, которая тянется на несколько километров. То есть здесь можно будет кататься на велосипеде, на роликовых коньках. Это очень удобно для мам с колясками. Ну и также, наверное, оценят те, кто любит бегать по утрам, поскольку теперь есть выбор: бежать по бетонному покрытию, либо бежать по утрамбованному песку. И либо можно это чередовать и там, и там. Всего полгода назад, друзья, здесь не было ничего этого, были только кучки песка и все. И начинались строительные работы. Вот то, что вы видите, это то, что здесь было 6 месяцев назад. Вот в таком состоянии. Только-только все начиналось, это была у нас зима. А теперь, друзья, можете посмотреть, у нас есть вот такие замечательные, красивые, модные фонари. С другой стороны у нас вот насажали этих замечательных пальм. Устанавливаются некоторые декорации, украшения, то есть Дурус постепенно приходит в, скажем так, чуть не сказал, в предпродажную подготовку. За мной, например, установили вот такую инсталляцию, видите, да? Такая большая, творческая. Я не знаю, что это будет, может, концертная площадка, может быть, просто какое-то такое тусовочное место. Кстати, вы можете посмотреть, народ уже вовсю плавает, начало июня, здесь и дети, и взрослые, семьями приезжают отдыхать. Вот, пару слов про, друзья, рестораны и меню. Меню, оно обновляется под сезон. И интересный момент, что если вы отойдете от вот этой вот прибрежной курортной полосы на пару километров вглубь города, то тех же самых деликатесов и кулинарных изысков вы можете отведать, но гораздо дешевле. Ну, разве что, может быть, не с таким роскошным видом, хотя, может быть, не всем нравится смотреть на плескающихся туристов. Друзья, чем отличается курортное время от обычного в Албании? Ну, первое – это обилием громкой музыки в ресторанах, которая иногда эта музыка исполняется и вживую. Обилием передвижных вот таких вот палаток, видите, да? То есть с надувными кругами, со шлепанцами и с дешевыми детскими игрушками. А также обилием рекламы о сдаче в аренду машин. И обилием албанцев, которые стоят вдоль дорог и крутят ключами, показывая приезжим туристам, что у них есть комната для аренды. В общем, нормальный такой стандартный курортный режим. Пора заканчивать этот ролик, отвечать на ваши звонки и встречать гостей Албании, тех подписчиков, которые до нас смогли добраться. На сегодня все. Друзья, подписывайтесь, если нравится канал, делитесь ссылками с друзьями и ставьте лайк. Успехов!